Приветствую всех подписчиков гостей моего канала, с вами Елена Смирнова, и как всегда продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня хочу поделиться с вами буксом абсолютно без вложений с SEO Farm. Букс работает четвертый день. Здесь читаем информацию пользователям, рекламодателям. Минимальный вывод отсюда 1 рубль. Здесь статистика сайта. Здесь последние 10 выплат. И последнее пополнение. Пополнение, я так понимаю, на игры и на рекламу. Вот. Посмотрите здесь. Новые пользователи. Вот. Нет. Нет, вот я зарегистрировалась. И после меня еще пошли люди регистрироваться. Так, значит, друзья, регистрация здесь наипростейшая. Здесь прописываем логин, пароль. Мужчина вы или женщина. Разгадываем капчу и попадаем в кабинет. Вход по логину и паролю. Я email-адрес не прописывала. Возможно, я искала на сайте, возможно, чтобы подтвердить адрес электронной почты. Я не нашла. Ну, ладно. Запросят подтвердить, подтвердим. Ну, регистрация без электронной почты. Значит, серфинга здесь 37, более чем достаточно заработок на серфинге. Так, и что здесь у нас по серфингу? По 7 копеек, по 5 копеек и по 3 копейки. Я считаю, это неплохо для букса. Так, ну давайте посмотрим одну рекламку. По 15 секунд идет. Вот здесь идет отсчет таймера. Давайте подождем. Здесь все просто. И разгадаем капчу. И вот цифра 61. Нам надо найти такую цифру. Кликаем 61. Спасибо за посещение. Все. Нам зачет. Таким вот образом мы просматриваем серфинг. Далее разместить ссылку. Также можно рекламить свои проекты. Здесь довольно-таки недорогая рекламку, чтобы разместить. Это у нас обычный за 60 рублей 1000 просмотров. Но тарифы вот здесь есть эконом-тариф 40 рублей за 1000 просмотров. Конечно, это недорого. И что мне самое главное интересует? Переход после просмотра. Да. Значит, можно за 40 рублей размещать рекламку свою. Все просто. Прежде чем размещать, нужно пополнить рекламный баланс. Здесь заголовок, реферальная ссылочка. Здесь выбираем сколько. Хоть 1 час, хоть 24, 6 часов, 12, ну и так далее. Ну и тариф. И добавить. Цена за 1000 просмотров 40 рублей. Здесь будут отображаться ссылочки. Далее здесь бонусная башня. Это, я так понимаю, игры какие-то. Я сюда не лезу. Хотите, разбирайтесь. Далее вкладочка «Мои рефералы» будут находиться партнеры наши. Далее рекламные материалы, реферальная ссылочка и баннеры. Здесь вот кликаем, где логин. Основной баланс, рекламный баланс, выход. Рекламный баланс — это для рекламодателей. Пополняем. Если за 40 рублей, на 40 рублей пополнить, перебросить на Payeer. Ну и там все по накатанной. И основной баланс на вывод. Здесь вот у меня на данный момент пока 7 копеек. Прописываем Payeer кошелек, вводим сумму и кликаем «Вывести». Далее о проекте читаем. Правила проекта. И контакты. Если возникнут какие-либо вопросы, здесь выбираем тему. Пишем сообщение. Нажимаем «Отправить». Все довольно просто. Кому интересно, присоединяемся. Не интересно, проходим мимо. Будет что выводить, естественно, запишу видео по выводу денежных средств. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.